На собрание трудового коллектива по выдвижению социально значимых инициатив сотрудники троллейбусного парка «Химки Электротранс» пригласили лидеров движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Михаила Раева, Елену Андрееву, Владислава Мирзонова, Галину Болотову, Руслана Шаипова, Татьяну Недосвети, Валентина Герасимова, Александра Васильева и Глеба Демченко. В марте трудовой коллектив «Химки Электротранс» уже проводил подобное собрание. Тогда сотрудники предприятия предложили организовать безопасное движение для автомобилистов и пешеходов на внутридомовых территориях в районе улицы Молодежной и Куркинского шоссе. Конечно, невозможно объехать там депутатам каждый дом, каждый подъезд, зайти в каждую квартиру, поэтому было создано это движение, был создан сайт голосования. Наша задача одна – сделать наш город более привлекательный и более, значит, удобный для проживания, чтобы, так сказать, нашим жителям в нем жилось комфортно. Еще одна инициатива сотрудников предприятия «Химки Электротранс» – благоустройство дворовых территорий. Также специалисты троллейбусного парка предложили организовать специализированную площадку для выгула собак. Идеи сотрудников троллейбусного парка нашли отклик у тысяч химчан. Более 5000 человек отдали свои голоса на сайте голосования hish.online за идеи, предложенные коллективом предприятия «Химки Электротранс». Активно те инициативы, которые предлагались в том числе и нашими сотрудниками предприятия, нашли поддержку на сайте hish.online. Конечно же, в коллективе мы это обсуждаем. И, как сказал один из сотрудников, утро начинается с голосования на сайте hish.online, потому что это соперничество, да? Все хотят, чтобы именно их инициатива была реализована. Лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» призывают горожан не оставаться в стороне и не только предлагать инициативы, но и голосовать за них на сайте. Те предложения, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в первую очередь. Это, конечно, важно любому человеку. Есть возможность, и она здесь предоставляется, высказать свои пожелания, свои инициативы по поводу улучшения городского округа, своего двора, где он живет, вообще города в целом. Общими усилиями, уверены лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить», удастся сделать «Химки» еще лучше.